С наступлением сезона отпусков активизируются квартирные воры. В МВД отмечают, весной и летом количество краж заметно увеличивается. Как обезопасить имущество от преступных вторжений, в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. На минувшей неделе в один из чебоксарских отделов полиции обратился горожанин. Мужчина заявил, что в квартиру проник неизвестный и похитил его сбережения. В одной из комнат была установлена видеокамера. На записи видно, как домушник внимательно осматривает чужое имущество и похищает из кошелька деньги. Благодаря системе видеонаблюдения незваного гостя удалось опознать и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 60-летний житель Чебоксар. Способ, как проникнуть в квартиру, выбрал простой и надежный одновременно. Сами преступники ходят и проверяют, ищут, где именно двери открыты. После чего спокойно, так как доступ к квартиру открыт, свободен, проходят и совершают вот эти кражи. Напоминают о правилах безопасности и участковые. В наступивший дачный сезон они обходят доверенные территории и проводят с жителями беседы. В первую очередь с пенсионерами. Именно они нередко становятся жертвами не только квартирных краж, но и мошенников, представляющихся работниками различных социальных служб. Вот обманывают людей. Да. Приходят женщины под видом соцработников, под видом продажи меда. Приходят и обманывают людей. Дают вам фальшивые купюры на размен 5000-рублевые. Дают вам и говорят: разменяйте нам, пожалуйста. Любителям выкладывать фотографии с места отдыха в интернет. Также следует быть начеку и помнить, что домушники тоже сидят в соцсетях. А значит, такие снимки для них окажутся поводом для посещения вашей квартиры.